Каким должен быть новый государственный общеобязательный стандарт образования? Проблемы его внедрения в жизнь решали на совещании Департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области. На совещание были приглашены представители учебно-методических центров области, акционерного общества «Орлеу» и научного центра для одаренных детей «Дарын». Повышение качества образования – важнейшая задача, которую ставит государство перед педагогами и научными работниками. Новый современный государственный стандарт образования должен отвечать мировым требованиям, чтобы обеспечить конкурентоспособность будущим казахстанским специалистам. Выход на мировой рынок невозможен без высококлассных профессионалов в любой хозяйственной или научной деятельности. На совещании рассматривались возникающие проблемы при введении нового государственного стандарта образования. Будут заслушаны предложения, и затем данные предложения будут нами отправлены в Комитет по контролю в сфере образования Карагандинской области, Министерство образования и науки Республики Казахстан. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.